Так, друзья, прочитали. Дело в том, что нет, я им отправил вот это письмо, да? Вот. Которое, я надеюсь, вы прочитали. Ну невозможно. Ну как можно так? Ну, на всю страну. Вы уже знаете, о чем речь идет. Просто не могу успокоиться. Уже боюсь включать телевизор, этот телеканал. Вот, чтобы настроение портится на целый день. Как можно на невежественных людей абсолютно? Ну, занимались бы морковкой, свеклой, ну, цветочки бы выращивали. Там не так, вреда меньше. Ну, я что сделал? Я взял и это, вы только смотрите. Я не знаю, я вот не спросил, также сможете вы все это открыть. Здесь 300 с лишних фильмов, начиная от, как это самое, от музыкальных фильмов, да, вот. И вот здесь вот, они, к сожалению, не очень популярны. Где-то, какой-то, может, 30 тысяч просмотров, где-то 5. Я на этом не зарабатываю, рекламу здесь не найдете никогда. Хотя мне предлагали. Вот. Но, где, а в основном 1-2 тысячи, бывает и тысячи нет. Я вас, к вам обращаюсь. Вот, это, вот те 200 человек, которые, может, сейчас меня смотрят, а за год это 500-800, это элита, потому что рассмотрите, это же не каждому дано, даже это, да? Вот, пожалуйста, ведь нетрудно копию снимать, их же полно и в интернете, только на одну нажмешь, а потом тут же рассмотришь справа, еще 10, эти 10 возьмешь, еще 10, вот, пожалуйста, я вот сейчас вот так вот листаю, смотрите, лист за листом, вот тут остановился, да, вот, дело в том, что ладно, в школе это надо проходить, потому что детей школьная биология отнимает все полностью, отнимает желание, внушает ненависть, отвращение к биологии, вот что страшно. Вот. А они не знают, что такое настоящая биология, они не знают это, как мы с Тимошей рассматриваем жучков, паучков, вот, понимаете, в чем дело, вот, и что я хочу это самое, чтобы вот это все по друзьям. Адресов у вас от 2 до 200 адресов, пожалуйста. Многие имеют всякие, как это называется, блоги. Вот. Надо, чтобы оно обошло всю Россию, а еще лучше весь мир. Видите? Вот. Это мое наследие. Я за него не получил ничего. Мое наследие пока это минус 300 тысяч рублей, которые я потратил на это. Я не говорю, что про здоровье, про то, что я еще что-то выписывал там где-то. Пожар уничтожил промышленный сад. Я просто говорю, что каждая, это, монтаж каждого из них стоил мне 1000 рублей. Умножите на 300 с лишним. Вот. И получится. Тут есть и учебные. То есть, кроме учебных, тут есть еще и богоискательские темы. Ну, пусть они вас не затронут, но немножко совсем, да. Вот. Но здесь есть еще и лечебные. Вот смотрите, я должен об этом обязательно сказать. Вот когда вы откроете, я не буду назад листать, да? Вот. Вы, например, откроете, как красиво рассказывают, что ни в коем случае нельзя употреблять, как они называются, эти ядра абрикосовых косточек. Ни в коем случае. Синильная кислота. Вот. Смотрите, если бы была, как это говорит, история не имеет сослагательного наклонения. Если было два исторических, развилка, как вот фантасты любят, вот развилка, и пошло два пути, та же сторона, но в одной стороне ели, вырастили сады по железову, и давай все дружно есть этим, косточки якобы отравленные, всей страной, да? Посмотрели, допустим, там умирает миллион через какое-то время от рака, да? И вдруг бы стало умирать там половину меньше, а может 10 раз меньше, да? А при этом сколько бы уровень жизни бы, общий уровень жизни, то есть срок жизни бы у людей, у человека, у всех в сумме, какой стал бы. Вот. А в другом случае не применяю, а в одном случае применяю этот способ. А сколько бы умерло от этой же синильной кислоты, если по-божески, как я, по 5 штук ел, и даже не это самое, и даже привык есть. Понимаете? Вот, нельзя нам подходить вот так вот, нет и все, на всякий случай. Вот скажите, я еще потрачу 2 минуты, но это пригодится. Вода, она, главный лекарь, тут можете не сомневаться. Достаточно того, что утром умываемся и сразу заряд бодрости. А теперь представьте себе, какой заряд. Я умираю,
от этого самого. Я привез с Норильска сюда сожженные легкие. Я заработал орден, больше ничего. Тут же отняли эти 10% пенсии за орден. Тут же отняли, ну, перестройка. Вот. И все. А легкие остались сожженные хлором. Я спасал людей. Я железом. Вот. Из-за этого. А у меня не всегда был даже противогаз простой, не говоря о безалерочем. Вот. И это страшнейшее, опаснейшее производство, да? Вот. И результат. Я должен был оказаться на том свете. Потому что каждую ночь у меня кашлем, я выхаркивал все, весь кислород. Вот. И только теряя сознание, вот это, и так каждую ночь я полез в Енисей и при температуре минус 30-35 градусов. Ночью, в одиночку, я делал заплывы по Енисею. Вот. У меня выхода не было. Я вылазил с Енисея синий от холода. Вот, растирался, одевался пальцами, которые не гнулись. Они мне еще на риске были поморожены. Охотник же. Вот. И через месяц не осталось даже следа, и до сих пор нету. Вот. И я говорю, ребята, таких, как я, умирает. Считается, что астма стала смертельной. Раньше, мол, люди мучились всю жизнь, но не умирали. А сейчас статистика говорит, что люди от астмы начали умирать. Вы знаете, как умирать каждую ночь? А когда-то умереть окончательно. Я говорю, если сотни человек по моему методу полезет, а я можно сделать так, чтобы это было организовано, не просто так, что как я в одиночку рискуя жизнью, заплыв сделал, вытащил, там течение сильное, а потом босиком по этого еще, без всякого опыта, по гальке, к ногам примерзали эти камушки, вот, искал одежду в темноте. Вы понимаете? Это специально я все делал. А можно 100 человек спасти, а 101 или 99, а 100 умрет, обязательно умрет. Почему? Тромб где-то стронул с места. Это же не просто лечение, а экстремальное лечение. Вот. Но и отказывать людям в этом нельзя, чтобы вот так вот стоит на экране с умным видом. Запятую ставим здесь, косточки нельзя, запятая. В общем, вы поняли, казнить нельзя помиловать. То есть тут наоборот. И людей, которых завтра рак начнется, уже этим приговорили. Не проверяя на тысячах, что они добровольцы были нашлись. Вот. А вот для этого первое, нужно, чтобы у нас абрикосовые косточки были. Вот они. И не вот те с юга. Это две большие разницы, это вы сами понимаете. Вот. Вот это все. Вот это все, пожалуйста, я вас умоляю, помогите мне, распространите по всей России. Вот. Оно еще и за пределы пойдет. Я уже триумфа нового садоводства не увижу. Третий путь селекции. Ну, от вас-то так мало требуется разослать всем подряд. Да еще этим феям бы. Ну, что я толку выслал? Думаете, благодарность получу от руководства канала? Я же им вот это для чего? Это копия. Это я им выслал вот это. Сейчас они побегут это самое. Прямо вот сейчас побегут. Все это показывать в нашей стране, да? Вот они. Если хилы, сразу в гроб. И о том, богоискательство, мироздание, о том, что все вранье, что в школе проходит. А это вранье. Вы представляете, учительница, которая говорит детям это самое, то, что им даром не надо, они не слушают, они не могут запомнить это все. И математику, синусы, косинусы, девочкам даром не надо. И мальчикам вот это все, что эти все заумные из 10 предложений, 10 слов, 9 непереводимых и не переводят. И даже вызубрить невозможно. И все это страшно. В институтах, в академиях то же самое. Вот. И что это, и вся эта, как это бывает, это вот противоречие. Дарвинизм, правильно все, но и в то же время вранье. Но. Это как кусочек текста, выдранное из этого, из божественного происхождения. И сразу раз, выводы противоположные. Ну, когда кончится это все, я уже не знаю. Путину обращался. У него такие помощники.
зато в Краснодарском крае столько ему лапши навешали. Собрали все, представили там это мероприятие, будем переходить на собственные абрикосы и груши, сливы. Ха-ха. Вот я все время говорю, академия смеется, когда я говорю. Теперь я смеюсь. Вот это все на наших глазах было. Вот, ладно. Пойдем дальше. Посмотрели, еще раз говорю, пожалуйста, вот это все. Это надо, не нам-то уже детям. Рассылайте, умоляю.